Том Вестром возглавляет работу над роботизированным телескопом в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико. Он уже 10 лет отслеживает вспышки гамма-излучения высокой энергии и никогда не видел ничего подобного. Посмотрим, что у нас есть. Это была самая яркая вспышка из всех увиденных человеком. В астрономии все происходит очень медленно. Этот свет летел к нам 7,5 миллиардов лет и ярко светил целых 30 секунд. Потрясающая яркость даже спустя несколько минут. Все еще заметно. Вспышка была настолько яркой, что ее было видно невооруженным глазом.